Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Подскажите, пожалуйста, вот в Дивногорск прибыл поезд здоровья. Можете вкратце сказать? Ну и представьтесь, кто вы, что. Ну, зовут меня Сергей Валерьевич Румянцев. Я заведующий этим отделением. В общем-то, поезд у нас существует уже 13 лет. Значит, запущен был в ноябре 2007 года. Основная его задача, функция, это мы курсируем по железной дороге, по Красноярской железной дороге. Бываем в разных, в общем-то, регионах, часто там, где практически мы можем работать в автономном режиме. У нас даже есть свой дизель, где мы можем просто в лесу, да. И, в общем, работать совершенно спокойно там. Возможности у нас, в общем-то, такие, как характерны для поликлиники. У нас есть различные специалисты. Есть у нас и терапевты, и педиатры, и окулисты есть у нас, и эндокринологи, хирурги, урологи, гинекологи. То есть практически весь полный, так сказать, состав, то, что необходимо в основном для людей, вот для работы, скажем так, основной нозологии, основных заболеваний, собственно говоря. Диагностические возможности тоже у нас, в общем-то, такие нормальные. У нас УЗИ-диагностика есть рентген-диагностика, есть маммография. Значит, есть у нас исследования сердца, кардиограмма, эхокардиограмма, нейрофизиологические исследования. То есть, в общем-то, полный набор. То, что необходимо для работы в автономном режиме, можем совершенно спокойно работать. Вы здесь будете находиться 2 дня, 26 и 27 мая? Мы сегодня работаем первый день, да. Значит, и завтра тоже. В общем-то, рабочий день у нас в основном, скажем так, до 5, то есть мы заканчиваем. Но я хочу сказать, что по сегодняшнему дню, в общем-то, население пока вроде бы не очень сильно, так сказать, идет. Но посмотрим, что. Ну, может быть, просто не все еще знают. Вот ну, еще раз. Может быть, еще это, да. Может, какие-то другие факторы. Весна все-таки, понятно, могут еще на это дело влиять. Ну, можно сказать, что ждем к нам, собственно говоря. Завтра. Расскажите, сегодня вы находитесь до 6, прием до 5, да? У нас регистратура работает до 5, да, а прием у нас до 6. То есть, если, допустим, человек подходит уже к 5 часам, то уже прием у нас заканчивается. То есть, там дообслуживаются те пациенты, которые, в общем-то, пришли до этого заранее, понятно. Что за вас приедете, чтобы не получилось так, что пришел человек, а время заканчивается. Завтра вы также с 8 здесь находитесь? Да, мы работаем с 8 часов, открываемся. Регистратура у нас работает с 7:30. То есть можно либо в накопителе в вагоне, либо непосредственно подойти к этому вагону, где у нас регистратура находится, и там оформить карточку, паспорт, полис с собой, как обычно. Масочку обязательно, бахил у нас есть. Хорошо. Можете вкратце рассказать, как вот этот поезд здоровья начал действовать и откуда он появился вообще? Вы знаете, это соглашение между РЖД и краевой администрацией. Это было еще в Александре Геннадьевиче Хлопонине. Собственно, проект был запущен. Ну, в общем-то, ярко-окрашенный такой социальный характер носит. Чтобы, поскольку у нас край очень большой, у нас протяженность железных дорог в крае 3500 километров. И практически везде мы бываем. Мы даже захватываем немножко Кемеровскую область, немножко где-то Иркутскую область захватываем, Хакасию практически всю можем, в общем-то, проехать. То есть у нас график, в котором мы работаем 10 месяцев в году. Июль-август у нас отпуск. То есть весь как бы учебный год, с сентября по май, по июнь месяц включительно мы работаем. Спасибо. Это был главный врач Сергей Валерьевич. Ждут вас всех дивногорцев на прием. Еще раз повторюсь, 26 сегодняшнего дня по завтрашний 27 мая. Приходите, дивногорцы, обследование бесплатно. Не забывайте с собой карточки, паспорты, полис. Все. Всем спасибо, кто присоединился. Ну, все.